Урок на грани одна из столичных автошкол провела сегодня экстремальное занятие, на котором ученики не зубрили ПДД, а почувствовали, каково это находиться в перевернутой машине или горящем авто. Тот самый случай, когда автоинструкторы учат не заботиться о машине, а наоборот, ей вредить. По сценарию упражнения во время езды под капотом что-то загорелось, а двери заклинило. Цель – выбраться и быстро потушить пламя. Чтобы разбить окно, подойдут подручные средства. Фьера, да, автомобиль, луиндо ди корнишоаре, ловин, дар ин колцурле автомобиль, джаму. Дин кауза ка джаму ин центру, ел амортизează и спаржерил с фии фоарте грен. Сау фолосим инкиетоара ди ла центура де сигуранца. Главное, о пользе ремней безопасности участники занятия узнали в симуляторе. Когда сидишь в перевернутой машине, понимаешь, лучше всего пристегиваться надо всегда. Меня в симулятор загнали, надавив на совесть, мол, ты репортер, должен попробовать все изнутри. Каково это оказаться в машине, которая переворачивается, узнаем. Надеюсь, не стошнит. Вы готовы? Ой-ой, не классно, ой, не классно. Ой, как. Ой, спасибо вот за этот момент, спасибо огромное. Ой, шикарно. А может вот, ой, молодцы, молодцы, молодцы. Ой. Не стошнило. Сесть в необычную машину мог любой желающий. Некоторые даже согласились поговорить, находясь вверх тормашками. Вот яркие кадры. Манекена в машине пристегивать не стали. И теперь ясно, чего надо бояться. Никогда не будет лишним узнать что-то о первой помощи после ДТП. Вот основные правила искусственного массажа сердца. Noi toți suntem de sternul care, unde se ne unesc toate coastele noastre și uite, pun două degete și pun mâna și trebuie să fiu într-un unghi de 90 de grade. Și e 1, și 2, și 3, și 4, și 5. Важно знать, что делать, когда на вас вдруг движется машина. Если нет времени уйти вправо-влево за мгновение до удара, подпрыгиваем и группируемся. Дальше все зависит от удачи.